Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим салат табуле или кускус с овощами. Это идеальное блюдо в летнюю жару. Получается салат очень вкусный, полезный, подойдет для вегетарианской кухни. Кускус – это переработанная пшеница твердых сортов. В ней содержится большое количество минералов, витаминов, клетчатки, белка. Для приготовления салата рекомендуют брать кускус мелкого помола. Также салат табуле готовят зачастую с булгуром. Приготовление не отличается, за исключением подготовки самого булгура. Итак, 350 грамм кускуса отправляю в миску и подготавливаю лимоны. Лимоны разрезаем напополам и отжимаем весь сок. Для данного количества кускуса мне понадобилось 2 крупных лимона. Спешу заметить, что я готовлю этот салат без варки и без запаривания самой крупы. Если же вы предпочитаете запарить крупу, то запаривают ее 1:1. На 1 стакан кускуса 1 стакан кипятка. Заливают, оставляют на 5 минут, чтобы крупа набухла, и затем ее нужно хорошо остудить. В кускус добавляем отжатый сок лимона, 1 чайную ложечку соли и 7 столовых ложек оливкового масла. Все хорошо перемешиваем, чтобы масло и сок лимона хорошо покрыли кускус. При необходимости добавляем еще немного сока лимона и оливкового масла. Вот так хорошо все уплотняем. Это нужно для того, чтобы наша крупа побыстрее набухла. И пока отставляем. И занимаемся овощами. Подойдут абсолютно любые овощи. В классическом варианте это, конечно же, помидоры. Помидоры нарезаем на очень мелкие кубики. Я оставляю сок от помидоров. Таким образом, кускус набухнет еще быстрее. В некоторых рецептах сок от помидоров убирается, а вы делаете на ваш вкус. Помидоры перекладываем в кускус. И нарезаем огурцы. Я буду использовать примерно половину огурца, 200 грамм. Огурец я частично очищаю, самые твердые поврежденные места, и нарезаю тоже на очень мелкие кубики. Сначала разрезаю огурец на 4 части, затем на полосочки и на кубики. Также нам понадобится 1 болгарский перец. Желательно брать перец красного или желтого цветов, так как зеленый немного горчит. Перец очищаем от семян и белых перегородок и нарезаем на мелкие кубики. Перекладываем к остальным ингредиентам. 3 перышка зеленого лука тоже нарезаем очень мелко. Друзья, как всегда, если видео вам понравилось, пишите мне ваши комментарии, поделитесь видео с вашими друзьями и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Далее добавляем зелень. Зелени в салате табуле должно быть очень много. Это обязательно листики мяты. Используются только листики, веточки очень твердые. Листики нужно нарезать очень-очень мелко. И петрушка. Желательно использовать обычную петрушку, не кучерявую. Петрушку тоже нарезаем очень мелко. По желанию можно добавить также кинзу или заменить кинзу на петрушку. Также в салатик мы добавляем 1 чайную ложку черного молотого перца и все хорошо тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты объединились. Количество овощей я добавляю на глаз, а количество оливкового масла и сока лимона должно быть прямо пропорционально количеству кускуса. После того, как мы все хорошо перемешали, накрываем кускус пищевой пленкой и убираем настояться и пустить сок в холодильник часа на 2-3. Наш салат табуле готов, получается он очень-очень вкусный. Посмотрите, вот он у меня уже простоял в холодильнике 3 часа, набрался соков от овощей. В летнее время года такой витаминный салат – это настоящая находка. Получается обалденно вкусно. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока!